Всем привет! Лучшая лига мира снова на ваших экранах. Мелбет, первая лига, 18-й тур, первый тур второго круга. И мы с вами в городе-герое Туле. Местный Арсенал, тульский Арсенал принимает вторую команду Краснодара. Краснодар 2 в этом туре перед его началом занимал 17-ю, предпоследнюю строчку. Естественно, сюда пожаловал на правах андердога и явно не фаворита. Ну а матч у нас стартовал. Краснодар начинает с центра поля и сразу отправляет мяч на чужую половину. Но несется весь Арсенал назад. Посмотрите, как бежит Яковлев. Но Карпов входит в штрафную, бьет рикошет, и мяч рядом со штангой пролетает угловой. И это, кажется, не касание Левашова было главным. Это катящийся защитник прервал удар. Уже Григолава вот так высоко поднимается. У чужой штрафной. Панченко ищет момент для удара. И вот удар с отскоком. Первая подача отсюда была опасной. И вторая тоже. Туда же летит удар, Левашов. Дважды! Но нет, мяч залетает все-таки. Краснодар выходит вперед. 1-0. Краснодар пользуется шансами со своих стандартов. И выходит вперед. Самко забил. Я думал, что Левашов опять чудо совершил. Он каких-то простых спасений не совершает в последних турах. Это всегда либо тройной сейв, либо вот как сейчас. Он был так близок к двойному спасению. Давайте смотреть. Удар практически в упор, который не получился сначала у игрока Краснодара. Бежит туда Луценко. Панченко берет паузу. Дождался Яковлева. Яковлев бьет. И это опасно было. И кажется, Штепа мяч отбивает. Не случайно же нам вратаря Краснодара сейчас показывают крупным планом. Но вот может быть сейчас. Ткачев, здорово, налево. Панченко. Панченко приближается к штрафной, оставляет Алиеву. Алиев в дальний 1-1. 1-1 сравнивает счет Арсенал. Как будто бы вопреки моим словам. Только-только мы задумались о том, а где же эти атаки тульские. А они вот они. Они были где-то в закромах. В самый подходящий момент их достают тулики. И кто эту атаку разогнал? Нам бы сейчас с самого начала посмотреть, где с Луценко чуть футболку не сняли. Ведь это именно он поборолся. Ищет глазами передачу, находит, и мяч уже в штрафной. Вот хороший момент, и 2-1! Ха-ха-ха! Ткачев! Забивает Сергей в касание. И это минуты тульские пошли. Арсенал выходит вперед буквально за 3 минуты. Неужели они все эти 20 минут убаюкивали во втором тайме Краснодар, попросту не подходя к чужим воротам? А теперь вот эти две атаки, и они становятся голевыми. Правый фланг практически весь свободен. Луценко избежал ли офсайда? 1-1 Луценко. Уже спиной к воротам, выкатывает на пустые. Алиев. Ну где же удар? Ну заведите уже. 3-1. Но это что-то из мини-футбола было. Ну просто на пустые ворота вывели Панченко. Ну Краснодар. Ну жалко команду Краснодар. Но Арсенал все очень здорово делает во втором тайме. И это не издевательство, это просто высший класс. Ну какое же хладнокровие должно быть в этой атаке у каждого футболиста Арсенала, чтобы вот так мяч разыграть. 3-1. И Панченко к своей голевой передаче записывает еще и гол, уже 8-й. А вот посмотреть бы вот этот момент, не было ли офсайда у Луценко. Но Евгений выкатил Алиеву, и Алиев дальше на Панченко. Возвращает долг Алиев. Но вообще-то первый тайм Тула проиграла. И сегодня Тула одерживает волевую победу у себя дома. Забирает те 3 очка, которые тулики должны были забирать, если они хотят напрямую вернуться уже в этом сезоне в российскую премьер-лигу. Гол у Краснодара в первом тайме забил Данила Гайворонский. Это его первый гол во взрослом футболе.